В Ангарске завершился детский областной турнир по шахматам «Белая ладья». Это традиционное состязание, в котором принимают участие школьные команды. В этот раз заявки подали 16 коллективов, в каждом по 4 человека. Возраст юных гроссмейстеров от 7 до 14 лет. Состязание проходило в течение нескольких дней. По итогам турнира победу в упорной борьбе одержала команда лицея номер 1 города Иркутска.